Слушай, это зомби-доктор, посмотри, как он ходит! О, господи! У него просто отпала рука, банда, вы это видите? Что творим, бро? Меня зовут Царь Геонис, и бро, сразу же переподписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою суприм-банду! Господи, ты же знаешь, кто не с нами, тот под нами! А я, как вижу, про тебе не очень нравится быть под нами! Так что скорее вступай в мою суприм-банду, чтобы быть в смысле банде на ютубе! А также сегодня со мной видео снимает Настя! Привет! Ты, банда, то место, которое мы сегодня будем снимать, это просто ужас. Это заброшенная военная лечебница, которая существовала еще в Первую мировую войну. И ходит слух, что именно в этой лечебнице проводили странные опыты над пациентами. А пациенты здесь обычно были психбольные. И могли отрезать пальцы, ноги, другие части тела. После чего пришивали их другим пациентам. И так просто получался какой-то монстр. По сей день многие слышат крики из этого здания, как будто там все еще проводят опыты. А один из местных жителей даже видел какого-то странного человека, который выходил оттуда. Он был полностью в белом халате и ходил как-то странно, как будто зомби. Мне кажется, что скорее всего пациенты, которые там умерли, просто переродились как зомби. Это реально живые мертвецы. Именно поэтому банда сегодня сюда приехала и хочу увидеть все это своими глазами. А также, банда, давайте на это видео наберем 10 лайков. И тогда, банда, я отправлюсь в заброшенное кладбище, в котором также по слухам живут зомби. Только представьте, возможно, мы даже сможем снять, как зомби вылазят из могилы. Это будет просто нечто. Так что будет скорее ставь лайк, а также подписывайся на мой инстаграм, на инстаграм Насти. Ведь в своих 100 инстаграмах мы общаемся с вами, Суприм Банда. Всего лишь, что тебе нужно, это подписаться на инстаграм Насти, написать нам директ и все. Жди уже совсем скоро, мы тебе ответим. Так что будет скорее, все ссылки в описании, ставь лайк, а мы тем временем запускаем дрон, погнали! Окей, Суприм Банда, надеюсь, вы готовы. Настя уже запустила дрон. Просто посмотрите, какое же стрёмное место. Здесь полностью все в складах каких-то. Очень много странных зданий. Окей, а вон там внизу то самое здание, та самая военная лечебница. И уже кто знает сколько лет. Окей, банда, тем не менее, просто посмотрите, какая же страшная атмосфера в этом месте. Просто жесть, мне просто не верится, что мы сегодня реально в этом месте снимаем. Окей, это здание полностью в зарослях. А также там сбоку есть какая-то главная дорога. То есть, по идее, те, кто идет по этой дороге, также должны были увидеть зомби. То есть очевидец должен быть явно не один. Тем не менее, бро, мы все-таки все сегодня проверим. Все, что связано с этим зданием, все легенды. Окей, вот посмотрите, Настя уже подлетает к этому зданию. Просто жесть, посмотрите, какое же оно стрёмное. Мне кажется ли, оно уже даже немного развалено. Там даже немного крыша развалена в это, видите, банда? Просто жесть, мне в это не верится. Мы сегодня реально снимаем в таком стрёмном месте. Окей, там даже виднеются какие-то нарисованные кресты. Окей, тем не менее, банда, просто посмотрите. У него уже реально полуразвалена крыша. Мне просто в это все не верится. Вы это видите? Этому зданию уже реально кто знает сколько лет. Окей, пока что ничего стрёмного здесь не вижу, кроме самого здания. Ничего похожего на зомби здесь нету. Окей, банда, просто посмотрите, здесь реально развалена крыша. О, банда! Здесь не только крыша развалена, здесь же половина здания развалена. Просто посмотрите, там уже есть какие-то впадины. Окей, там реально лежат кирпичи, вся стена просто развалена. Это просто жесть. Я не думаю, что в этом здании вообще хоть кто-то может быть. Тем не менее, банда, мы сегодня все это проверим. Только вдумайтесь, если в этом здании реально живет зомби. Это будет такая жесть. Окей, Настя, я думаю, что мы можем немного подлететь к этому зданию, чтобы немного позаглядали в эти окна. Возможно, мы уже что-то увидим интересное в этих окнах. Окей, банда, вот Настя уже подлетает. Просто жесть. На улице, похоже, какой-то ветер, потому что дрон так заносит. На улице еще, походу, начинается какой-то дождь. Окей, тем не менее, бро, мы сейчас попробуем все быстро снять. Просто посмотрите, какое же оно стрёмное, это здание. Мы пытаемся немного вглядеться в окна, чтобы рассмотреть уже в окна, что там есть. Возможно, мы даже в окне уже что-то увидим. Окей, вон, посмотрите, это самая стена, которая упала. А не, я вам говорил, то самое разваленное. Окей, вот, Настя, поворачивай, здесь висят какие-то маски, вы это видите, банда? О, посмотри, там что-то лежит. Это шприцы, какие-то таблетки, банда. О, господи, просто жесть. Здесь маски, вон, посмотри. На шприцу даже висит какая-то маска. О, господи, посмотри на это. Они выглядят довольно свежими. То есть получается, что в этом месте все-таки кто-то живет. Потому что кто-то же оставляет эти свежие маски, эти свежие шприцы. Просто жесть, банда, мне в это прям не верится. Это такая жесть. Окей, пока что мы ничего не увидели, кроме этих всяких штук. Господи, банда, мне кажется, что в этом месте может не то, что какой-то зомби, а даже какой-то реальный монстр. Это просто жесть. Окей, если мы сегодня реально здесь снимем зомби, это будет просто нечто. Тем не менее, банда, мы пока что ничего не видим. И меня это очень пугает. Возможно, нас просто обманули. Тем не менее, бро, мы пока что всматриваемся. Окей.
О, господи, посмотри! Там кто-то идет, видишь это? Да. О, господи, просто посмотрите, банда! Это какой-то доктор, вы это видите? Неужели это зомби-доктор? Посмотри, как он ходит! Это очень похоже на зомби! Это просто жесть, Суприм-банда, вы это видите? Он реально ходит как зомби! А что если это реальный зомби, Настя? О, господи, а что если тот самый зомби-доктор, который мы слышали? Просто жесть, Суприм-банда, посмотрите на него! Как же он стрёмно ходит! Это такая жесть, господи! Окей, куда он вообще идет? Почему вдруг вообще вы вышел на улицу? Возможно, он услышал нас дрон, именно поэтому вышел. Просто жесть, Суприм-банда. Это реальные зомби, мне просто в это все не верится. Мы реально сняли реального зомби-банда, вы это видели? Окей, он с тобой куда-то идет. О, господи, что он делает? Просто жесть, посмотрите, как он... О, господи, у него просто отпала рука, банда, вы это видите? Это такая жесть, господи, Суприм-банда. У него реально отпала рука. Это прямое доказательство, что это зомби у него просто подают до конечности. А что, если ему просто его отрезали? О, господи, вы видели, там была кровь. Это просто жесть, Настя снимает все это. Такая жесть, он реально как будто мучится от боли. Господи, у него реально только что отпала рука, что он делает? О, господи, он просто начинает есть руку. Вы это видите, банда? Он реально начинает есть руку, это такая жесть. Мы реально все это снимаем на дрон. Господи, банда, то, что у него отпала рука, это прямое доказательство тому, что это зомби. Потому что обычного человека так просто не отпадает рука. А если бы отпала, то он бы явно садился ее есть. Он реально поедает свою руку, просто посмотрите. Там уже даже видно какую-то кровь, вы это видите, банда? Мне просто это все не верится, господи, это такая жесть. Мы реально сегодня в каком-то сумасшедшем месте. Окей, просто в это все не верится. У него полностью сесть или что? У него прям там бит на кровь, это такая жесть, Суприм-банда. Просто посмотрите, он реально ее ест. Мы реально это все снимаем. Господи, банда, он ел руку, даже не снимая маску, посмотрите. У него там уже сквозь маску даже рот. Просто жесть, банда, он даже прогрыз маску, чтобы сесть свою руку. Мне просто в это все не верится. Он реально ел свою руку. Вот Настя подлетает к ней, просто посмотрите. Там реально кровь, господи. Это такая жесть, это реальный зомби. Окей, куда он вообще пошел? Куда он делся? Господи, Суприм-банда, я очень надеюсь, что он никого больше не убивал. Потому что, банда, если он кого-то укусил, то он бы явно его заразил своим зомби-вирусом. Окей, банда, тем не менее, он куда-то идет, вы это видите? Просто жесть, банда, мы реально наблюдаем за реальным зомби. Такая жесть, просто в это все не верится. В этом месте реально живут зомби. А что будет тогда на кладбище, которое мы собираемся поехать? Что с ним? О, господи, посмотри! Здесь вышел еще какой-то врач. Это очень похоже на человека. Посмотри на него. О, господи, он реально пытается защититься от этого вируса. Этого зомби-вируса. То есть получается, этот зомби-вирус даже просто так передается по воздуху. Это просто жесть. Посмотрите, что происходит. Он пытается его назад забрать в эту лечебницу. Они просто начинают драться. Вы это видите, банда? Это такая жесть. А что если зомби-доктор — это друг этого доктора? И он пытается его как-то вылечить. Просто жесть, Суприм-банда. О, господи. Неужели он просто его вырубит? Это такая жесть, Суприм-банда. Мне просто не верится, что мы сегодня такое снимаем. О, господи. Он просто его ударил, и все. Зомби просто вырубился. Господи, Суприм-банда, вы тоже это видите? Это такая жесть! Я просто не верю в это все своим глазам! О, господи, что он будет дальше делать? Он пытается к нему подойти. О, господи, это просто жесть! Он реально его вырубил! Неужели он просто его убил? О, черт! Он его затащил, банда! Господи, доктор, пытайся вырваться! О, нет, он начинает его тоже искать свою руку! Просто жесть, посмотрите на это, банда! Это такая жесть! Он реально его съедает, он реально его убил! Вы это видели, банда? Это просто жесть! Этот доктор, это был обычный человек! Он пытался вылечить этого зомби, что он снова стал человеком! И он просто на него напался, такая жесть, банда. Окей, вот Настя полетела ближе к этому человеку. Просто жесть, посмотрите, зомби реально его ест. Господи, такая жесть. Мне просто это все не верится, банда. Окей, тем не менее, Брэй не знал, что будет дальше. Зомби просто убил живого мирного человека, который просто хотел ему помочь. Там прям видно уже кровь, вы это видите? Там прям как будто уже кишки наружу вырваны. Господи, пошел назад в лечебницу. Попробуем вместе с ним залететь, посмотреть, что там внутри. Возможно, банда, мы сейчас увидим, что там делает зомби. Возможно, там реально что-то очень страшное. Настя пытается улететь внутрь, просто жесть, банда. То, что мы сегодня увидели, мы явно не должны были увидеть. Потому что то, что мы видели, это жесть. Господи, у меня просто еще мурашки по коже. Окей, никто ничего не может сделать тому зомби. Он просто бессмертный. Как бы его не пытались убить, это все бессмысленно. Окей, что он здесь вообще делает? Посмотри, что там происходит. О, господи, банда, вы тоже это видите? Он просто бьется об стенку. Это такая жесть, господи. Этот зомби реально какой-то ненормальный. У меня просто нету мозгов. О, господи, черт, вы тоже это видите, банда? О, черт, там даже кровь уже есть. Он насколько был себе эту стенку, что с его головы пошла кровь. Это просто жесть, Суприм-банда. Настя, улетай отсюда. Мы реально увидели слишком много всего лишнего. Это такая жесть, Суприм-банда. Окей, Настя пытается улететь отсюда. Мне просто в это все не верится, банда. Мы сняли такую жесть, это был реальный зомби. Думаю, за это вы уже можете поставить лайк. Так что, бро, вы помните, 10 лайков, и я снимаю зомби на кладбище. А также, бро, вот комменты с прошлого видео. Просто вы какие шикарные. И дальше комментарии. А про если ты хочешь посмотреть видео сегодня, то нужно поставить ниже. Нажимай колокольчик, и все, бро, ты уже новое видео. Лайк, 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 лайк. Это видео,
бандит. А также мы подписаны на мой инстаграм, на инстаграм Насти. Ведь в своих 100 инстаграмах мы общаемся с вами, Суприм Банда. Всего лишь тебе нужно подписаться на мой инстаграм, на инстаграм Насти, писать в директ и все. Уже совсем скоро мы тебе ответим. Так что продавай ссылку в описании, ставь лайк и бро, помни одно. Оставайся такой шикарный, пока!